Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики. Вы на канале «Мое хобби». Девочки, посмотрите на эту красоту. Вот это платьюшко я тоже купила в России. Оно ХБ, оно такое классное. И смотрите, как... Ой, этот платочек Павлово-Посадский подходит сюда, девчонки. Он прям струится. Посмотрите, какое платье. Оно очень красивое. Оно такое летнее. У него тоже есть карманы. Посмотрите, какие. Такое платье. Оно не такое длинное, но оно вполне меня устраивает. И классное. Для лета самое то. Оно легкое. Рукав тоже, посмотрите, 3/4 здесь. Он просто вот так. На манжетике. Солнышко светит. И вот этот платочек чудно подходит. Посмотрите, как. Он идет, он струится сюда. Вот на лето вообще будет, наверное, шуметь. Посмотрите, даже на море так вот, да, если это платье, оно такое, знаете, и дома можно, и пойти в нем куда-нибудь можно. Я думаю, что прекрасно подходит все. И платок тоже сюда. Девчонки, чудо. Чудо, чудо, чудное. Они созданы друг для друга. Господи, даже еще слова не могу выговорить. Иногда, знаете, что-то хочешь сказать, а язык-то у тебя не поворачивается. Вот как сейчас, да? Ну, никак прям не поворачивался. Не знаю, почему, что такое. Ну, бывает же такое, бывает. Они созданы друг для друга. А я не могла сказать. Вот бывает же, да, девочки? Бывает. В общем, смотрите. Девчонки, тут платок чудесный. Платье чудесное. Понимаете, оно уже не в таком стиле, да, спортивном, а вот такое, знаете, вот. Тут можно, знаете, пояс поменять. Мне, конечно, вот этот пояс не нравится. Давайте сейчас мы посмотрим другой пояс, да. Сейчас я попробую этот снять. Я не знаю, снимается он или нет. Не знаю. Так, узел завязался. А, да, он снимается. Все, девочки. Оно такое, знаете, смотрите. И можно так его носить. Разлетаечка такая. Ну, мне так не нравится. Это как халат получается, правда? Как халатик такой. Так, халатик я не хочу. Так, мне бы не запнуться, девчонки. Я просто вот ремень достала широкий. Вот попробуем сейчас с ремнем, да, с широким. Так, с какой стороны-то тут подъехать-то? Я не знаю. А, вот так. Вот так вот. Ой, тут мешается. Мешается все, не знаю. Пойдет, не пойдет. Так. Так, все, пошло. Вот как вы думаете, с ремнем лучше вот так или все-таки поясок родной сделать? Или все-таки вот так с белым? Я думаю, с белым тоже неплохо, да? Так и те платья тоже, которые я вот показывала вам, тоже неплохо, девочки. Тоже неплохо. А платок так сюда вообще шикарно. Я не знаю, как те пойдут, не пойдут, но этот прям чудо-чудо, чудо-чудное. Ну так. Даже вот так. Так вот, да. Ну, для лета нормально, да? Отлично. Да. Да, девочки, вот хотите артистками быть? Заводите канал, и вот вам артистка. Снимайте себя, выображайте, девочки. А как еще показывать красоту вот эту? Это же красота. Это же, девочки, красота Павлово-Посадская. Это, девочки, красота. Посмотрите, боже. Боже ты мои. Где-то красота. Так,
собираюсь осенью в Россию. Опять наберу платочков, особенно шелковых, наверное. Ну и шерстяные тоже не обойду. ХБ как-то девчонки равнодушная. ХБ, потом вискоза, ну равнодушная, не знаю, не знаю. Ну, смотрите, как красиво, правда, девочки? А сумочку, если сумочка, девочки. Вот эта сумочка, я думаю, она тоже сюда подходит. Она такая летняя. Посмотрите, тут голубенькая тоже есть. Видите? С ананасиком. Вообще здесь морское, конечно, надо. Так, отсвечивает от окна. Вот я сошью себе, то как раз будет подходить хорошо. Так, что у тебя тут еще? Ну, вот эти не подходят. Ой, я хожу, тут шнуры у меня, я прям боюсь. Так, какая подойдет с голубым, да? Вот это, наверное, вот с голубеньким, наверное, с беленьким. Вот эта сумочка, я думаю, наверное. Наверное, да. Или вот так просто этой стороной. Так вот. Замечательно, правда? Очень нравится. Конечно, шикарный платок. Там много платков, девчонки, все не купишь, да? Много, каждый платочек сам по себе шикарен. Каждый платок. Нет, не скажешь, что прям что-то прямо такое, знаете, а что-то прям ерунда. Каждый по себе шикарный, да? Мне как-то странно, вот сзади как будто короче, а тут длиннее как-то. Мне кажется, немножечко выкройка какая-то немножко не такая. Ну что, девочки? Или вот так сейчас завяжу. Как пионерка. Тут микрофон. Будь готов, всегда готов. Клятва. Клянусь служить Павлово-Посадским платкам верой и правдой. Честное слово. Честное слово. Вот так вот, девчонки. Нравится, прям нравится. Сама любуюсь немного. Обалдеть. Очень красиво. И платье хорошее. Тоже 2000 стоит. Тоже в том же магазине покупала. Я сразу три платья взяла. Вот, отдала 6000 за три платья. Вообще прекрасное. Прекрасно. У меня еще есть такая толстовочка со штанишками. Как она? Гуди или Муди там как-то называется. Правильно, я не могу сказать. Как-то там называют. Я, честно говоря, не знаю. Может, не так говорю что-то неправильно. Так, ну что? А вот эта сумка тоже хорошо подойдет. Здесь вот тоже гортензия такая, смотрите, голубая. Видите? Отсвечивает. Видите, голубая. Вот тоже хорошо будет. Смотрите, как с этой сумочкой. Да? Ну, такие вот образы, девочки. Да, здорово. Девчонки, здорово. Так вот образ хороший. Действительно нравится мне. Можно и пойти и в гости, и в город. И вот так вот выйти прогуляться. Что-то темно стало. Дождь, наверное, пойдет. Прям все затянуло. В общем, все, девчонки. Прощаюсь с вами. Спасибо вам за внимание. Всем пока, девочки. До новых видео на канале Мое Хобби.